В Полтаве из зала суда сбежал обвиняемый в бандитизме. Виталий Суржан был организатором банды, в которую входили ранее судимые жители Луганской области. Его задержали в 2016-м. В начале дело слушали в Александрии Кировоградской области. Но из-за угроз судьи отказались от рассмотрения. По предварительным данным, Суржан вооружен. Пистолет ему якобы передала гражданская жена. Она скрылась вместе с ним на автомобиле Audi, на котором и приехала на слушание. Полицейские открыли огонь по колесам, но задержать беглецов не смогли.